Ольга, как настроение, как дела? Спасибо. На каком из КПП находится? 1Е. Ольга, как настроение? Ждем увидеть живого Дмитрия Малышко. А то мы не видели его лет 20, а он здесь побежит. Я до сих пор не верю, что он здесь будет. Он как кот Шрёдингера, никто не знает, жив он или нет. Понятно. А прогнозы, ставки, на кого ставим? Шипулин? Да нет, конечно. Зайцева? Не-не-не. Ну сейчас, давайте посмотрим, сколько там участников. Ну что вы? Не, ну вот, кстати, ну, во-первых, Петухов, но он бежит с Дианой Черешковой. Она не очень сильная. Поэтому Малышка бежит с Журовой, тоже нет. Ну тут все составы такие, что здесь везде. Вот, кстати, Светлана Слепцова и Олег Новицкий. Ой-ой-ой-ой. С космонавтом она бежит. Поэтому, да, мне кажется, вполне себе может. Либо нет. 100% играют Юрлова, Перфт и Кондоранцев. Кондоранцев хорошо, он лыжи бегает, а Перфт она до сих пор по женщинам успевает решать Россия. Понятно, вот. Большое спасибо. Пойдем. Здравствуйте. Команда, Команда. Вы молодцы. Как ты здесь? Да, нет, я один в мину. Разминки. Красиво. А я тоже сегодня с утра выдала беговой комбинезон. Я побегу в беговой комбинезоне. Надо пристреляться. Да знаю, да. Я стреляла всю неделю. Это не помогает. Я спокоен тогда. Мне помогает. Сильным не поможет, а слабым не нужна.